Очередное совещание по обеспечению безопасности дорожного движения в Ленинском городском округе было проведено в преддверии нового учебного года. Основной вопрос, который рассматривался на комиссии по обеспечению безопасности, это подготовка образовательных учреждений к началу учебного года. В части улично-дорожной сети это нанесение разметки пешеходных переходов, это соответствие дорожных знаков, это исправность светофоров, исправность Г-образных консолей, дублирующих знаков. Особое внимание на комиссии было уделено аварийности на дорогах муниципалитета. Проведен детальный разбор дорожно-транспортных происшествий за текущий год. За 7 месяцев 2021 года на автодорогах Ленинского городского округа совершено 37 учетных ДТП. Это там, где пострадали либо погибли люди. Снижение составило на 2,6% по сравнению с прошлым годом. Но в результате данных происшествий погибло 4 человека. Это рост 33%. О запланированных профилактических мероприятиях, направленных на безопасность несовершеннолетних участников дорожного движения в рамках акции «Внимание, дети», рассказала Ирина Чекмарева. В рамках этого мероприятия запланирован ряд, опять же, профилактических рейдов, направленных на безопасность наших несовершеннолетних детей. Это в том числе и проведение рейдов «Маленький пассажир, большая ответственность», «Ремень безопасности», детское кресло, акции, направленные на использование световозвращающих элементов детьми, засветись. На совещании присутствовали начальники территориальных отделов, которые смогли задать вопросы, поступающие от жителей. Если у нас все-таки в рассмотрении установка шлагбаума на внутриквартальную дорогу, о чем жители вот хлопочут и бьются уже в течение 4-5 месяцев? Решений пока нету. Это будет рассмотрено на комиссии обеспечения безопасности дорожного движения с жителями у заместителя главы администрации по ЖКХ в присутствии жителей тех же востребованных. Договорились о чем? Что инициативная группа предоставляет в адрес администрации согласие либо одобрение от МЧС на установку данного шлагбаума. У нас создана еще рабочая группа, выездная так называемая, да, которая непосредственно на территорию с участием тех же представителей территориальных отделов, представителей жителей, представителей ГИБДД, если требуется МЧС там, и другие специализированные организации, уже непосредственно на территории своими глазами, видя, что там происходит, какой вопрос и какие мероприятия нужно провести, там встречается и принимает решение. Подготовка 16 автомобильных дорог и 3 внутриквартальных проездов, которые расположены вблизи образовательных учреждений округа, проходила по плану и в соответствии с установленными сроками. Контролировали процесс специалисты из Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, а также сотрудники госавтоинспекции. Все замечания были переданы в МБУ «Дорсервис» для дальнейшего рассмотрения и устранения. Мелочей нет. Еще раз обращаю, коллеги, внимание и к балансодержателям дорог, и всем причастным к этой ситуации. Повышенное внимание и персональная ответственность на тех вот объектах, на тех местах, которые находятся в вашем, скажем так, обслуживании. Также в округе были выполнены работы по ямочному ремонту и асфальтобетонному покрытию. Проведена обрезка ветвей, загораживающих видимость дорожных знаков. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Екатерина Довлятова, Видное ТВ.